Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо, что пришли на служение.
Мы сегодня продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 7, текст 7 и 8. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Можете прочитать мне текст, потому что я Адхакшаянасья шашур анови Адхакшасья. Секундочку. Адхакшаянасья шашур анупакам Правалмрит Ангрихатам вьяваттатам Видвастана нарасакупья баджанам Вьятьяста чакраша витхина кубарам. Спасибо. Простите. Материальные чувства непостоянные. Деградируют. Перевод. Хоча крошечные ножки Господа Шри Кришны, который лежал под ручной тележкой в углу двора, были нежными, как молодые листья. Когда он ударил ними тележку, она резко перевернулась, перелетела на землю. Ее колеса слетели с оси, спицы выпали из ступиц, а рукоять сломалась. На тележке было много разной металлической утвари, и вся она рассыпалась в разные стороны. Перевод его божественной милости. Перевод комментарий. Шрила Вишванатха Чакравати Такур прокомментировал этот стих так. Когда Господь Кришна был совсем маленьким, его руки и ноги напоминали нежные молодые листочки. И тем не менее, просто прикоснувшись к тележке ногами, он разбил ее на части. Ему ничего не стоило сделать этого. Для этого ему не потребовалось прилагать больших усилий. Когда Господь пришел в облике Вамана, ему пришлось поднять ногу на колоссальную высоту, чтобы пробить оболочку Вселенной. Чтобы убить гигантского демона Хираньякашипу, Господу потребовалось принять необычайный облик Нарсимхадева. Но в образе Кришны Господу не надо было затрачивать столько энергии. Вот почему сказано «Кришнасту Бхагаван Сваям». Кришна есть изначальная, верховная личность Бога. В других воплощениях Господь привел какую-то энергию своеобразно времени и обстоятельствам. Но в этом облике Он явил безграничное могущество. И так тележка развалилась. Его соединения рассыпались, и вся металлическая утварь рассыпалась по земле. Вайшнава Тошани поясняется, что хотя тележка была выше ребенка, он легко мог коснуться ее колеса, и это было достаточно, чтобы повергнуть демона на землю. Со стороны было видно только, что Господь сломал тележку, но при этом он еще и сбросил демона на землю.
Жена Надимарадхаси, Жена Наджана Шалакая, Чакшутпальцу. Смай, Шива. Шичитанья Мидам, Штам, Стапича, Вина Мутали, Своям Рухам, Адама Сам, Кудати Слапа, Тандикам, Ванчика, Парвеща, Крипа Силху Белача, Патитана, Павинахи, Варишна, Вина Маха. Jai Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Shri Advaita Vaishnava Shri Sanatana Bhakti Mala позитивное вступление свело поднять настроение. Шримад Бхагаватам и другие ведические писания существуют лишь для того, чтобы дать нам возможность слушать о Кришне. Нужно избавиться от привязанности к слушанию о мирских делах, являющихся причиной материального существования. Мы, конечно, не склонны слушать о Кришне. Так уж устроено наше сознание. Однако детские игры Кришны столь привлекательны, что они всегда услаждают ум и слух. И только удачливые души с наслаждением и интересом слушают лила Господа. Недалекие же люди считают эту выдумкой, мифами. Тот, кто слушает о трансцендентных деяниях Кришны, находится не на материальном уровне, а на духовном. Вы все находитесь на духовном уровне. Его детские игры, подобные этой, являются для обитателей Гокулы источником невыразимого экстаза. Этими играми он показывает своим преданным, поглощенным размышлениями о его величии и несказанном великолепии, что покорить его могут только те, чья чистая любовь отличается интимностью чувств и лишена всякого благоговения и почтительности. Потому деваки и Васудева попросили Кришну, при рождении явившийся им в своей четырехгрудкой форме, изменил свою форму и пристать перед ними простой, обыкновенной двурукой форме, человеческой форме. Так как у нас это является своего рода катхой, обсуждением, поэтому я хочу предоставить вам свой взгляд на этот стих. И потому, если что-то кому-то не понравится, или какие-то будут не точности в моем рассказе, то не обессудьте, конечно. Это, ну, как я понимаю этот стих, так я вам скажу. Попадая в материальный мир, душа оскверняется. И оскверняется она ложным эго. Но, как вы знаете, ложное эго – это самая толстая оболочка, которая вокруг Вселенной, и она самая толстая, и она первая. То есть она... И когда душа попадает, сразу соприкасается с ложным эго, и, естественно, оскверняется. И появляется принцип «я и мое», и та же душа обуславливается материальным телом. И
И потому все, что потом сопутствует этому, то все знания, которые даются для жизни в этом материальном мире, они оскверняются также ложным эго и искажаются. И нет, что так подумал, что путана, носитель этого ложного знания о виде, и как молоко напитое змеёй ядовито, так и молоко путаны. Этим материальным принципом она ходила и убивала младенцев, всех наделяя этим сознанием, что они тело, материальное тело. И она так становилась убийцей души, можно сказать. И так она убивала младенцев. А Кришна, как самый чистый, из всего чистого, нейтрализовал яд в молоке путаны. Молоко – это жидкая религия, это знания, которые необходимы для проживания в этом материальном мире. Это законы, установленные Господом. И Кришна выпил все молоко, аж до крови, до самого остатка. Превратил ложное эго в истинное и сделал путану носителями истинного знания, основанного на любви. И она стала кормилицей в духовном мире. Следующее препятствие на пути души в материальном мире или преграда – это демон Шакатасура. Спасибо. Он олицетворяет принцип накопительства. Это наша карма, сплетенная из наших поступков, наших желаний, наших качеств, как хороших, так и плохих. Итак, демон Шакатасура – повозка. Как сказано в Священных Писаниях, это тенденция сохранять дурные привычки, накопленные в этой и в прошлых жизнях, а также просто накопительство. Анархия, которая сопутствует этому демону – это апатия, вялость и лень. Тележка и утварь на ней – это наше, на наши накопления и материальные богатства. Создает чувство уверенности, спокойствия, защищенности. И потому Яшода положила Кришну в это место, под тележку. И показала, что это спокойно. Тележка олицетворяет собой дуну невежества, так как статично, неподвижно. Данный демон пассивен, он не злобен. Кришна с ним не сражался, не развивал отношения и не дал демону проявить себя. И это расчетливость Кришны в убийстве демона Шатакасуры говорит о полном неприятии того, что он олицетворяет. Тележка – это последствия ложного эго. Это тяжелый груз наших жизней, поступков, желаний, нашей кармы. Это наша судьба, наши болезни, страдания. Разъезжаясь, человек уже имеет за плечами груз, мешок маковых зерен. Ему придется каждую
зернышко и спробовать. И пока человек не испробует все, он не вырвется с этого материального мира печали и страстей. Накопительство приводит к богатству, а с ним самоуважение, гордость, величие. Но при этом растет привязанность, беспокойство, страх за потерю нажитого, а с ними и гнев. И чем человек богаче, тем больше гнева скапливается в его сердце. Гнев – это слабость, разрушающая личность. Гнев убивает совесть, доброту, и человек теряет способность думать и рассуждать. В нашей ситуации то же самое сейчас происходит. Гнев, он не дает людям думать, рассуждать правильно. И убивает каждого как личность. Металлические предметы на тележке – это наши привычки, наши убеждения, наши плохие качества. Это апатия, вялость, лень. Причина их – это разочарование в жизни, неудачи, обиды, страх, который парализует, отсутствие целей. Это нежелание служить, творить, тяга к знаниям. Это нет желания жить. Ведь жизнь – это рост, движение. Получается просто это управляемая кукла, которой правит карма и гуны материальной природы. Это живое существо, как кукла. Колесо тележки – это наши жизненные пути. Это колесо самсары, рождение, смерть, жизнь в разных материальных телах. Шум от повозки, тележки – это реакция нашего окружения, близких, родственников, друзей, общества на нашу решительность в изменении своей жизни. Все это вышеперечисленное Кришна разбивает, рушит касанием своей стопы младенца. Он проявляет свое безграничное могущество, а также могущество преданности его лотосным стопам. Да, он все это рушит, когда мы все это предаем ему в жертву. Когда мы раскаемся во всем своем первоначальном грехе, это когда мы поставили центр своей деятельности, мысли и желаний с Бога на самого себя, когда заменили волю Бога на свою волю. Мы должны наши качества, способности, таланты, наш ум, чувства и устремления направить на служение Верховной Личности Бога, пробудив все сознание Кришны. Как же это сделать? Наш ум состоит из реактивного ума и активного. От бессознательного и сознательного состояния. Это, например, можно компьютер взять, жесткий диск и оперативная память. Как понимаете, там несравнимо их. Гигабайты, килобайты. Так вот, бессознательный ум загружен на 99% нашей памяти. 99%. И только 1% – это сознание человека. Бессознательный – это наш опыт, привычки, убеждения, самскары, желания прошлой жизни. Сознательное состояние – это здесь и сейчас. И это здесь и сейчас мы должны заполнить сознанием Кришны. А это, первое, понять свои отношения с Кришной, то есть самбанха. Второе, действовать в соответствии с этими отношениями, абхидея. И третье, достичь высшей цели, прайоджаны. Прайоджана – это потребность. Высшая потребность человека – это обрести любовь к Богу, достичь преданности. Как это осуществить? Принять знание, принять разумом и сердцем, что есть душа, а не тело. Принять, что Кришна – это верховная личность Бога.
что Он властелин всего сущего, что Он единственный, истинный друг и доброжелатель, только в Нем прибежище. Очисти свои чувства и желания. А для этого нужно активно общаться с преданными, развивая высокий вкус и обретая истинные желания, перенять опыт и сладость преданного служения. Бескоростно преданное служение. Применять культуру и этикет общества сознания Кришны в своей жизни. По милости преданных и Господа, принять духовного наставника, истинного гуру. Смиренно задавать ему вопросы, смиренно служить ему, слушать его, следуя его наставлениям. Только осознавшись и души могут дать нам истинное знание и указать нам верный путь. И помочь нам в достижении главной цели – любви к Богу. Наши усилия и милость – это путь Царства Бога. Если перейти уже более на нижнюю ступень, как уйти нам от анарх, лени, апатии, первое, это нужно упорядочить свой день. Тот садхану, как мы говорим, да? Чтобы жизнь была активной, в первую очередь мы должны заботиться о своем теле, о своем здоровье. А для этого нужно соблюдать режим дня, кушать только чистую пищу, то есть прасад, соблюдать принципы, которые нам дал Прабхупада, очищать свои чувства о повторении святых имен, составлять на каждый день план своих действий, что мы должны в этот день достичь, чего мы должны, что мы должны сделать. В первую очередь это 16 кругов, чтение Шримад-Бхагаватам и преданное служение, общение с преданными – это основа. Дальше мы должны составить план на месяц, на год и так далее, на всю жизнь, то есть промежуточные планы и конечные цели, промежуточные цели. И только тогда у нас будет активная жизнь, путь стремления действовать, стремление достигать цели, уйдет лень, нежелание ничего делать, обычно у нас разочарование, все это уйдет. Главное прилагать усилия и молиться о милости Господа, милости преданных и духовного учителя. Текст номер 8. Попробую прочитать. Дриштва Яшода Прамуха, Вража, Стрия,
Аутханга, Карманья, Самангатах, Мандана, Яши, Чапхута, Даршаникулах, Катхам Сваям, Вам, Шангатам, Витараньягат. Простите. Перевод. Когда Яшода и другие женщины, праздновавшие Утхану, а также все мужчины во главе с Махараджей Нанда, увидели это чудо, их очень удивило, как тележка могла развалиться сама. Они стали ходить вокруг, пытаясь обнаружить причину, но так и не выяснили ее. Чистые преданные находятся на духовном уровне, и потому материальная скверна и двойственность не проявилась в их чувствах, и они смотрели на случившееся, как смотрят любящие родители на шалости детей. Любовь побеждает все. Вот что я вам хотел вам донести, свое понимание этих стихов. Пожалуйста, ваши дополнения, вопросы. Да, пожалуйста. Ложная эго, сама большая оболочка, это я. У нас снаружи самый последний. Вот это там? Да. Точно смотрели? Ну, эго последнее, ложное эго, последняя оболочка. Насколько я помню. Сначала идут материалы. Это непроявленное. Можно это? Да. Ну, сначала идут элементы воды, земли, России, Франции, а можно это? Все время 10 раз увеличится, поэтому самое... Но Кришна его пробил пальцем. И дал водам Ганги пройти и очищать. Все, что находится во Вселенной. Пожалуйста, еще дополнение, вопросы. Что ж нам делать? Что делать дальше? Вот так. В общем, надо ежедневник завести. Вопросов нет? Пожелания? Добавления? Спасибо большое. Я живой? Хотите, я дам вам чуть-чуть? Да. У вас в комментарии этой истории доказывает, что Кришна – это своя Махабхагава. Кришна – 120 своя Махабхагава. Указывают на это, потому что чтобы пробить оболочки Вселенной, Господь как бы вынужден увеличиться в размерах, чтобы убить Ираня Кашихова, как бы вынужден принять розовую форму, чтобы проявить свои наиболее, допустим, Ацеватана или Курмаватана, чтобы вынужден был бы как куча энергии запускать, чтобы стать большим, чтобы на него самахтали. Кришне, чтобы разбить тележку, ну, казалось бы, нужно тоже принять какую-то форму, чтобы эту тележку там долбануть, чтобы она разбилась. Ну нет, он остался в такой же форме, маленький, с нежными ручками и ножками. Когда он как бы чуть-чуть коснулся тележку. Да, одно касание и то же, да. Одно касание, может, он даже там чем-то непонятно, чем там коснулся.
образом Прабхупада в этом комментарии доказывает, что Кришна – своя подруга, самая высшая. Ну да. То есть мы как бы пришли в сознание Кришны, и нам как бы с самого начала рассказывают Кришна, это Бог, Кришна, это Дух, и мы как бы живем в Кришне. Понимаем, но почему мы не держим сознание? Но если взять ведическая и индийская культура, у них и тот Бог, и тот Бог, и Нараяна есть, и Кришна, и Кришна. Кто из них главный, у них есть какие-то проблемы. А Бхагавата, он как-то дает, что Кришна Прабхупада здесь лишний раз показал, что Кришна, будучи маленьким, это интересно. Значит, это он своим Богом. Да, Прабхупада, вот, когда-то он начинали, вот я начинал читать Шримад-Бхагаватам, и он практически везде он постоянно повторяет: Кришна, Верховная Личность Бога, Кришна, сколько же можно. Потому что это основное, да. Нам принять это. Что чисто Да, только за Амиташей с Кришной. Чисто любовь, бессимская, как бы его трудно там положить на руки, или прыгнуть ему на плечи, более глубокие отношения возможно. Да, и вот поэтому вот образ ребенка, образ Амитары, да, он самый привлекательный, и человек, какой бы ни был в невежестве, его привлекает то, что правильно, когда уже там другие образы, ну, они такие неприятные взору там могут быть, или там Хирани Хиджапу, там вейперы, и все. Не все понимают, и не все кажется, да, это что-то выдумка. А здесь уже явно, тем более младенец, каждый младенец еще, любой ребенок, он изначально чист. Изначально чист, хочется, и каждый, наверное, целовал все части тела, я только брал на руки там, и ножки целовали, и попочку. Вот. Потому что ребенок еще чист, еще карма не коснулась, и эго еще не проявляется, вот на эго. И поэтому это притягательно. И все люди вот тянет. И здесь вот именно используется этот метод игры, эти лилы, которые нас ростки любви к Кришне, они начинают как вот лисоножки, как лепесточки молоденькие. Вот так у нас лепестки нашей любви к Богу, росточки, как раз вот здесь начинают прорастать. Все, пожалуйста. Все, да. Спасибо тогда за внимание.